Вот мы приехали в Барнаул. Коробки, да? Ты мне километры сейчас скажешь только. И это... И время. Сколько сейчас? Километры? Да, километр. Ты, Володя, распредели, куда нам нести? Кошки тут. 507. 507. Запомни, Володя. А время? 507. Без 10 час. Сейчас. Ну все. 507. Кошек только внутрь не пускай, иначе закроют их туда. Ну все тогда. Делать я пошел, подойду потом. Разгружайте, главное. Это наша газель. Вот она. 120 тысяч километров мы проехали. Из Барнаула до Владивостока порт Находка. Далее, это Тихий океан, Лиссабон, Португалия, Атлантический океан. Прошли Скандинавию и Прибалтику, а потом север был. Вот у меня тут наверху голуби сидят, тут видно, что здоровенькие. Потом пошлем. Сейчас мне надо выпускать там, потому что вот какие новые лестницы тут сделали. У голубей полные тазики. Что значит семья, братья? Знаю, что я люблю голубей. Они все сделали, чтобы сохранить. А вот три коробки, которые... Ну, коробки, что тут непонятно. С кошечками. Сейчас я буду по одной выпускать. Сейчас мне разуться надо. Так, что у меня здесь? Сейчас коробку вот эту вот. Вот так. О, давай. Паля, вылазь. Паля вылазит. Ну-ка. Паля. Давай, вылазь. Вот она первая выходит. Вот она вылезла. Паля хорошая. Ну, давай. Паля, иди ознакомься. Так. Синеглазка вылазит. Вот она. Ну, давай, вылазь. Вылазь. Где там белый-то? Ну-ка. А, тут были, все забыли за 4 месяца. Ну, давай из коробочки вылазь. Вот так. Давай, где этот пузатый-то сидит? Ну-ка. Ну-ка, давай. Ой. Ой-ой, как она вылазить-то боится. Вылазь, давай. Паля-паля тут у нас, а? Ну-ка, давай. Вот это я придавил, перевязал веревочками коробкой и затянул. А теперь открывать буду. Открывать. Там у меня должна быть рыжая, мать их. Так, разрезать надо. Ну-ка, вылазь. Вылазь. Ну. Сидит. Вот оно где. Вот она, рыжая моя, рыжая. А? Да вышла рыжая. Пошла. Сразу. Где она, синеглазая? Это назад. Белый, выходи. Белый. Выходи, вылазь. Пошли проверять. Смотрят, где забыли, где ходить на двор. Белый, выходи. А здесь у меня еще двое сидят. Ну-ка, давай. Вылазь оттуда. Здесь буска сидит. Вот она как. Это хорошая государственная крепость, сама в себе держит. Залазь.
Ну, вылазь. И тот сидит, выглядывает, как из окопа. Давай. Вот она рыжая-то. Теперь с ней вместе кошки-то. Давай, вылазь. Белый, вылазь скорее. Он самый такой справный. Коробка-то большая. Еще она коробка большая-то. 30 сантиметров в высоту, 30 в ширину и полметра в длину. Вот они там у меня трое были. Самая такая коробка. Везде отверстие, дышать можно. Ну и здесь 30. Коробка 30. 40 ширина. Ну и 25 высота. С такими вот палочками вокруг. И сделал 5. Закрыл, затянул. Это одна шла. Одна рыжая. Ну, вылазьте. Во. До того удивленные глаза у него. Он тут родился, слепой был. Я каждый день ему протирал глаза святой водой. И он такой прекрасный котик. В баню приду, где он под полок залезет. Идешь 50 метров у нас там, туалет-то не за стенкой-то. И он к дверям стоит, ждет, когда ты выйдешь. Чтобы все. Ну, первая нога вышла. Давай, вылазь. Вылазь, давай, вылазь. Ой. Ну, это вообще. Моргает. Ну, чего ты сидите-то? Ну-ка, давайте. Вот так. Давай, еще один тут сидит. Вытряхивать приходится. Вот он, рыжий, вышел. Проспал. Ой! Ну, пошли. Вот она где. Ну-ка, туда, в подпол пойдет. Панорама. Вот он сидит. Наверное, давай-ка, вылазь. Вот он где. Вылазь. Ну-ну, белый, вылазь, вылазь, давай. Давай, выходи. О, выполз. Да молодец такой. Ну, давай, иди. Там еще кто-то сидит, да? Ну-ка. Ну да, кто-то еще там есть. А кто там сидит? Ну-ка. А, вылазь давай. Ну, выходи. Ну, давай, иди, иди. Буска вышла, это вышло, да кто? Это, наверное, синеглазка. Дольше всех сидит там. Ну, ладно. И куда вы пошли теперь? А? Ковры-то тут незнакомые вам, но... Главная техника. Ну, тут у меня с собой все, рюкзак, все остальное. Картошечка прибыла. Так, что туда можно унести одной рукой? Миша? А ничего не принесите. Ну, ладно. Морковку главное захватить домой.